Вы знаете, кризис обязательно будет. Более того, американцы штампуют деньги, бумагу зеленую, которая пошла у них после того, как закончилась война или во время войны. Было удобно, что мы все находимся в состоянии войны с Германией, и валюта наша не является важной и ценной. Америка где-то там далеко. Но до сих пор они продолжают контролировать валютную ситуацию. Более того, это даже не принадлежит государству, а принадлежит пяти каким-то человекам, которые решают валюту поднять, опустить, кризис будет или не будет. Нужна другая политика, нужна другая валюта. Она должна учитывать и китайскую сторону, и Россию, и Сирию, и Индию, все крупные страны. Сегодня этого, к сожалению, не происходит. Они продолжают диктовать и являются некими такими ценителями, жандармами в мире, решают там устроить войну или не устраивать войну. Это как бы не совсем правильно сегодня. Америка – это вообще еще не вся вселенная, не весь мир. Поэтому нужно учитывать и находить новые способы. Но то, что сегодня, пока валюта американский доллар существует, кризисы будут всегда. Они будут делать все, чтобы унизить, принизить и ослабить наши страны, в том числе и Евросоюз.